50,000 people used to live here. Now it's a ghost town. Our so-called leaders prostituted us to the West, destroyed our culture, our economies, our honor. U.S. Marines stationed on high alert were given the order to invade the small... Nikolai! Form a check! The coup is hereditary! Just when they lay waste to our country, we shall lay waste. Координаты возможного местонахождения Аль-Асада в столице. Первый батальон уже в пути. Данные свидетельствуют о том, что в распоряжении Аль-Асада находится боеголовка. На место высланы отряды по нейтрализации ядерной угрозы. Силы морской пехоты нейтрализовали ПВО, но наземные войска Аль-Асада все еще представляют серьезную угрозу. Похоже, это наш единственный шанс. Мы должны схватить Аль-Асада и покончить с этой войной здесь и сейчас. Всем приготовиться к бою! Идем в строю, приближаемся к цели. Подходим через 30 секунд. Пират, говорит палач. Мы нейтрализуем крупные цели. Все нарушители получат СФК-19. Внимание всем, говорит центр. Вражеская бронетехника в пальмовой роще к западу от реки. Гранатометчики на крыше. Легкий бронетранспортер. Огонь, Джекса. Вижу пехоту, будь начеку. Вижу гранатометчиков на крыше. Одиночка 2-7. Переводим Абрамса на фронт. Пират, говорит центр. Половину десантной группы оставляйте здесь. Остальных переправьте на 2 километра на запад. Группы эвакуации и авангард нужны нам в городе. Вперед! Вперед! Быть на чеку! Пошевеливайся! Вот понял, центр, пират, 2-5 в пути. Попала в окружение. Им нужна наша помощь. Пират, говорит палач. Возвращаюсь на базу для дозаправки. 2-5, ты остаешься один. Передовая группа попала в окружение в зоне высокой радиоактивности. Они отметили себя зеленой дымовой шашкой. Вас понял, видим, здесь конец связи. Давайте спасем наших парней и уберемся отсюда к чертовой матери! Минометный огонь! Внимание! Зона посадки опасна. Вернемся через 3 минуты. Союзники выпустили зеленую дымовую ракету. Они на...
Огонь! Союзники на втором этаже! Повторяю, мы на втором этаже! Так это вы нас должны отсюда собрать! Задание выполнено! Будем, пока они не перестанут! Пират, говорит палач, заправилась. Готова к бою. Ну как, мальчики, соскучились? Так это вы нас должны отсюда забрать! Задание выполнено! Уходим, пока они не перестанут! Пират, говорит палач, заправилась. Готова к бою. Ну как, мальчик, соскучились? Выходим! Вперед, вперед! Стойте посадки! Живо! Пират, внимание! У нас опасная ситуация. Прием. Хорошо, центр. Конец связи. Шестая группа морской пехоты обнаружила что-то во дворце Аль-Асада. Вероятно, ядерное устройство. Команды по ликвидации уже в пути. До подтверждения обезвреживания всем отступить на восток. Конец связи. В меня попали! В меня попали! Хвостовой винт поврежден! Говорит палач. Терплю бедствие. Терпим бедствие. Кобра уничтожена, повторяю. Кобра уничтожена. Палач, говорит пират 2-5. Как слышите, прием. Центр, вижу место катастрофы. Из кабины летчика ведется огонь. Запрашиваю разрешение приступить к спасательной операции. Принял 2-5. Внимание! В случае взрыва вы будете в опасной зоне. Вы понимаете? Вас понял. Мы знаем, что мы делаем. Внимание, 2-5. Теперь ваша очередь. Если можно, спасите пилота. Конец связи. Палач, как слышите, доложите обстановку. Прием. Я здесь! Китинг погиб. Противник быстро приближается. Помощь бы мне явно не помешала. Держись, летим к тебе. Внимание, 2-5. Противник приближается к месту крушения к юго-западу от вашей позиции. У нас 90 секунд, Джексон! Уводи пилота! Мы никого здесь не оставим! Джексон! Вытаскивай ее оттуда! Возвращайся к зоне посадки! Говорит центр. Опасность ядерного взрыва в столице. Держаться на безопасном расстоянии до дальнейших распоряжений. Дамы и господа, говорит ваш капитан, скоро будет. Держитесь. Джейк, жми на максимум. Внимание всем войскам США. Подтверждена опасность ядерного взрыва в городе. Команды по ликвидации пытаются обезвредить устройство. Повторяю, подтверждена опасность. Вспышка. Опасность ядерного взрыва. НБ-06-26-34. Азимут 90 градусов по сетке координат. Тип поверхностный.
От вспышки до взрыва 90 секунд. Ширина облака 10 градусов. Направление облака 2,3 градуса. Внимание! Произошел ядерный взрыв. Радиус зоны радиационного поражения 7.4 мили. Координаты эпицентра NB058680. Приступить к немедленной эвакуации всего личного состава из зоны поражения. В настоящий момент организуются противорадиационные центры. Приступить к работе они смогут через 2 часа. Всем постоянно проверять показания дозиметра и определять текущий уровень радиации. При фиксировании высокого уровня радиации немедленно обратиться за медицинской помощью.